Здравствуйте, товарищи студенты! Мы продолжаем наш курс по наследию. И очередная тема занятий – природное наследие. Вообще говоря, природное наследие присутствовало и ранее в нашем курсе, несмотря на то, что последние лекции были посвящены, например, культурному наследию. Но что симптоматично, в культурном наследии тоже находилось место природе. Так уж устроена идея единства наследия, единства природного и культурного наследия. Ну вот, а сегодня мы сконцентрируемся прежде всего на природном наследии, но постоянно мы будем возвращаться к идее единства наследия как общечеловеческого феномена. И будем видеть, что там, где речь идет о природном наследии, зачастую есть место и проявлением культурного наследия человечества. Мы рассмотрим следующие три основных вопроса. Вводим аббревиатуру ПН. Итак, понятие о природном наследии. Природное наследие в международных документах и то же самое в отечественной практике. Начнем от самого простого и очевидного. Из чего складывается образ природного наследия? Ну, давайте попробуем представить с помощью этих трех слайдов. Ну вот на верхнем из них мы видим то, что знает всякий живущий на нашей планете, даже если он и не географ. Здесь мы видим место, которое занимает очень важную роль и в истории, и место на географической карте. Ну вот здесь мы видим удивительно интересный полуостров, конец которого – это знаменитый мыс, как мы увидели здесь, мыс Доброй Надежды. При этом некоторые полагают, что он находится здесь. Некоторые – это не географы, а так все прочие люди. Ибо мы понимаем, что здесь находится Кейп-Пойнт. А мыс Доброй Надежды – это вот это вот небольшое ответвление. А там стоит и монумент в честь европейца, открывшего мыс Доброй Надежды. Ну, мы помним, как его звали. Да, это, конечно, Васко да Гама. Васко да Гама, к слову сказать, дал несколько иное имя этому мысу. Он назвал его мыс Бурь, ибо он действительно был в тот момент, когда к нему подошел Васко да Гама со своей командой, отнюдь не доброжелательным, недружественным по отношению к нему. Но вот тогдашний король Португалии решил, что это название очень неудачное для того, чтобы дальше осваивать все то, что португальцы наоткрывали в своем стремлении найти благополучный путь в богатую Индию. И переименовал его в мыс Доброй Надежды. Итак, мыс Доброй Надежды, а это знаменитый Капский полуостров, на котором находится огромное количество объектов и явлений природного наследия. И сам он весь, этот Капский полуостров, является тоже природным наследием. Это юг нашей планеты. Ну а вот это явно не юг. Это явно север, и индикатором северности этого ландшафта является, конечно, белый медведь. И мы даже можем представить, где же этот кадр мог быть сделан.
И здесь орография этой местности может нам подсказать, и здесь мы вряд ли ошибемся. Это Шпицберген, место на карте, которая была открыта голландским мореплавателем Вильямом Баренцем. Именно он дал такое название, и мы здесь видим эти характерные особенности, которые и подтолкнули Баренца к такому названию. Вместе с тем, этот архипелаг, который в настоящее время находится в Норвегии, где он называется несколько по-иному. Мы помним, как ведь, да? Свальбард. Вместе с тем, у этого архипелага есть и русское название, как мы помним, Грумманд, а русское, потому что русские поморы, русские мореплаватели на протяжении многих лет ходили на Грумманд добывать рыбу, морского зверя и так далее. И, разумеется, все то, что связано с этим архипелагом, представляет значительную ценность, хотя бы потому, что он в значительной степени сохранил естественные особенности. Природа здесь в меньшей степени изменена и ближе к естественному состоянию, чем во многих других регионах мира. И уже по этой причине Шпицберген может рассматриваться как пример наследия. Интересно, что на этом архипелаге у Норвегии целых 5 национальных парков и множество других особо охраняемых природных территорий. Если посмотреть на карту особо охраняемых природных территорий на Шпицбергене, то мы увидим, что они занимают большую часть территории этого архипелага. Именно это обстоятельство и подтолкнуло в свое время норвежцев сделать предложение об объявлении всего этого архипелага национальным парком. Это было бы, пожалуй, беспрецедентное событие в истории заповедных территорий мира. Но этого не случилось, из-за принципиальной позиции России, без которой принять такое решение было бы невозможно. Ну а Россия в соответствии с договором 1920 года по Шпицбергену имеет на это право. Хотя бы потому, что на территории этого архипелага есть несколько территорий, которые принадлежат России. Мы помним эти территории, может быть, мы вернемся к ним и в нашем курсе. В любом случае, это наследие. И тот самый белый медведь, которого мы видим здесь, это еще раз подчеркивает. Хотя бы потому, что белый медведь включен в Красную книгу как Норвегии, так и России, и Международную Красную книгу. Ну вот, итак, у нас крайний юг, крайний север, и по логике вещей здесь должно быть что-то посередине. И это было бы логично. Ну и вот, глядя на этот снимок, студенты уже, наверное, предположили, сделали предположение, что же это такое и где это находится. И думаю, что сильно не ошиблись. Индикатором здесь являются прежде всего вот эти вот террасы, скорее всего, связанные с выращиванием риса. Ну а что касается горы, точнее, которую мы видим здесь, ее главной особенностью является форма, за которой угадывается происхождение, генезис этой горы. Конечно же, это типичный вулкан. Вулкан, причем достаточно крупный. И таких, ну, не так уж много, а тем более в сочетании рисовые поля и вот этот вот вулкан.
высотой приблизительно чуть более 3000 метров. Легко вычислить, и так оно и есть. Это вулкан Агунг на острове Бали в Индонезии. Сама гора, сам вулкан выглядит здесь не очень четко из-за, наверное, дымки, которая была в тот день. А день был довольно интересный, это было 2 года тому назад, накануне начала извержения этого вулкана. Впрочем, если бы извержение началось на день раньше, то мне вряд ли бы удалось сделать этот снимок, поскольку на следующий день вся эта территория была закрыта для посещения, ибо предшествующее извержение привело к большим человеческим жертвам на этой территории. Но с другой стороны, как считают сами жители острова Бали, Агунг охраняет этот остров. Своеобразно, но охраняет. И это одно из оснований для того, чтобы рассматривать и Агунг, и природу вокруг него как природное наследие. Но вот здесь еще раз о близости понятий природное и культурное наследие. На склонах этой горы находится крупнейший религиозный комплекс. Как мы, наверное, помним, здесь в структуре верующего населения доминирует индуизм в своей специфической особой форме. Ну и вот самый крупный храмовый индуистский комплекс находится как раз на склоне этой горы. Он такой огромный, что в главные праздники он принимает до 2 миллионов людей на своей территории. Это что-то невообразимое, но это действительно так. И это один из древнейших индуистских комплексов не только на Бали, не только в Индонезии, но и вообще в местах распространения. Таким образом, вот в таких формах мы и видим природное наследие на нашей планете. По этой теме мы изучаем литературу, она указана здесь, и хотел бы обратить внимание здесь на государственный доклад о состоянии об охране окружающей среды в Российской Федерации. Понятно, что в этом докладе речь идет преимущественно о природном наследии нашей страны, но обращу внимание, что это самый надежный и официальный источник такого рода информации. Информации о объектах и всемирного наследия на территории России и о других объектах другого статуса природного наследия на территории нашей страны. Ну и вообще, это один из тех источников, которому мы, работающие в сфере геоэкологии и природопользования, постоянно обращаемся. Одна из частных задач нашего курса – освоить государственный доклад как один из рабочих источников информации по проблематике, которой мы занимаемся. Некоторые из этих источников желательно знать в лицо. Ну вот так выглядит, в частности, обложка последнего доклада, доклада 2018 года. К слову сказать, этот доклад, так же как и предшествующие, абсолютно доступны и в интернете, хотя есть и печатная версия. Мы представляем, где мы будем искать государственный доклад в интернете. Ответ правильный. На сайте Министерства природных ресурсов mnr.gov.ru. Ну вот,
Здесь также обращаю внимание на очень важный источник закон об охране окружающей среды, действующий в нашей стране с 2002 года, ну, разумеется, с поправками. Здесь же хотел бы обратить внимание на комментарий к закону об особо охраняемых природных территориях, что тоже и важно, и полезно. И как минимум мы должны взять на вооружение то обстоятельство, что по отношению ко всем представляющим для нас специалистов в области управления природопользованием законом есть соответствующие комментарии. Этот комментарий выполнен группой специалистов под руководством Степаницкого, одного из ведущих специалистов в этой сфере. Это имя тоже мы берем на вооружение. Так же, как и имя Максаковского, автора вот этого, этой большой, красивой, интересной книги о объектах всемирного наследия. Ну а мы продолжаем формировать образ природного наследия с помощью вот этих вот, в данном случае, фотографий. Глядя на любой природный объект, мы пытаемся, как-то принято говорить, привязать его к месту. В этом состоит профессионализм, квалификация всякого географа. Ну вот как, например, здесь, давайте посмотрим. Вот два горных ландшафта. Внизу мы видим исключительно горный ландшафт. При этом совершенно очевидно, это высокогорье. Высокогорье в какой-то горной стране. Можно предположить, что это Альпы. На это, к этому нас подталкивают и некоторые другие особенности ландшафта. Ну, например, архитектура сельских построек, которые представлены здесь. Мы видим скальное образование, которое убеждает нас во мнении о том, что это высокие горы. Так же, как мы видим здесь и ледники. И все это заставляет нас думать, что это действительно высокогорье, которое может быть характерно для Альп. И действительно, это Альпы. И, что интересно, это не просто Альпы, но и объект всемирного наследия. Вот эта вот центральная гора, показываю ее пик, это пик Юнгфрау, который является частью объекта всемирного природного наследия на территории Швейцарии. В Европе вообще совсем немного объектов всемирного природного наследия. Здесь абсолютно доминирует культурное наследие, поскольку, собственно, природы, то есть неизмененной естественной среды, в этой части света осталось совсем немного. Но вот здесь мы видим такой конкретный пример. Швейцарцы гордятся тем, что у них есть Юнгфрау. Но, вообще говоря, объект всемирного наследия включает в себя и некоторые другие элементы, о которых мы потом будем говорить. Но вот это такой вот эталонный вид, как еще говорят иногда, икона природного наследия в этой стране. Ну а вот здесь мы видим, что высота этого пика куда более скромная. Почему? А потому что здесь мы видим морскую поверхность. И, следовательно, абсолютная высота здесь будет довольно скромная. Но что интересно, здесь мы видим ледник, который обрывается непосредственно в море. Картина такая характерна для Шпицбергена, где целый ряд ледников обрываются в море, в данном случае в залив, или точнее это фьордовый залив. И фото сделано, конечно же, летом. Об этом свидетельствует открытая вода в этом фьорде.
мы видим ситуацию, когда вот эти вот блоки льда из этого ледника обрываются в воду. И это, помимо всего прочего, такая вещь, когда вот эта вот красота, величие природы прямо соседствует с риском оказаться жертвой этой красоты. К сожалению, у этого ледника так бывает, к сожалению, довольно нередко. Иногда туристы на своих кораблях подходят слишком близко к кромке этого ледника, и иногда обвалившийся блок льда вызывает такую волну, которая приводит и к человеческим жертвам. Ну вот, это примеры, когда физические особенности среды образуют очевидные объекты наследия. А вот представители биоты нашей планеты. Здесь мы видим на верхнем снимке животных, которые узнает, наверное, каждый на планете, где бы он ни жил. Но это очень небольшие по величине пингвины. Это не королевские, живущие в Антарктиде. Это пингвины, которые живут далеко от Антарктиды. В частности, они сняты на Капском полуострове, который мы сегодня уже рассматривали, на самом юге Южной Африки. А где еще мы можем увидеть такого рода пингвинов, помимо Южной Африки? Ну, совершенно очевидно, в Южной Америке и в Южной Австралии, да, совершенно очевидно. Конечно, их предки приплыли из Антарктиды, и, разумеется, особенности их выживания здесь связаны с преодолением целого ряда рисков. Уже одно это делает этих животных, этот вид с их подвидами природным наследием. Ну, а вот этого животного знают несколько меньше на нашей планете, и это, безусловно, эндемик только одного материка и части света. Конечно, это Австралия, фото сделано именно там, хотя в настоящее время есть места, где такое фото можно сделать и в зоопарках. Но вот это сделано в одном из первых национальных парков Австралии на острове Кенгуру, точнее даже во втором австралийском национальном парке, где объектом охраны является именно коала. А в охране это животное, конечно же, нуждается. Нуждается изначально, потому что оно было предметом охоты переселенцев из Европы, интенсивной, массовой охоты. Ну, а сейчас к этому фактору риска добавилась и узость базы питания. Как мы помним, коала – это монофаг. Единственным источником его питания является вот это дерево, на котором он сидит. Эвкалипт, да. Но зато все виды. В Австралии огромное количество видов эвкалипта, но ничего более. К сожалению, так получается, что этот вид сам подрывает базу своего существования. И это может быть существенно, например, на относительно небольших островах. Ну, в частности, остров Кенгуру, это хоть не маленький остров, но это место, где распространение этой популяции уже сейчас ограничено кормовой базой этого вида. Типичное природное наследие. Ну вот того
что было уже сказано о природном наследии, достаточно для того, чтобы попробовать определить его. В понятии природное наследие два элемента. Что такое наследие, мы активно усвоили. Ну а теперь взглянем еще раз на понятие природа. Одно из самых распространенных на всей нашей планете и зачастую и не требующим определения, ибо все приблизительно одинаково понимают, что такое природа. Но отметим, что есть как минимум два различных толкования этого слова «природа» или по-английски «nature». Первое трактование. Природа – это все сущее, весь мир в многообразии его форм. Вот такая вот широкая трактовка. И это понятие находится в одном ряду с понятиями «вселенная», «материя» и так далее. Ну и второе, с чем мы чаще имеем дело – мы в данном случае географы, специалисты в области геоэкологии. Природа – это совокупность естественных условий существования человеческого общества. И, разумеется, говоря о природе, мы ни в коем случае не отождествляем это понятие с природными ресурсами. Природные ресурсы – это часть естественных условий человеческого общества, но отнюдь не синоним этого понятия. Сказанное позволяет нам попробовать представить себе понятие природы в историческом контексте, в цивилизационном контексте. Тема достаточно большая, сама по себе интересная, но мы ограничимся некоторыми историческими и географическими рамками. И в частности, с этой оговоркой вспомним, что природа – это предмет постоянного интереса философов, деятелей культуры, в частности, литераторов. Одним из таких деятелей национальной культуры был выдающийся русский поэт Федор Иванович Тютчев, который был философом и поэтом природы. И в то время, уже в то время, в XVIII веке, он активно входил в дискуссию с теми, которые слишком примитивно представляли себе явление природы для человеческого общества. Вот знаменитая его мысль на эту тему. Вступая в дискуссию с тем, которые примитивизировали представление о природе, он говорит, обращаясь в том числе и к нам: «Не то, что мните вы природа, не слепок, не бездушный лик, в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык». В такой трактовке природа – это наследие. Что интересно, значение природы как важнейшего, определяющего для развития социума фактора понимали практически во всем мире, представители самых разных культур. Попробую подтвердить это, обращаясь к замечательному писателю Бернарду Шоу. Кто он был по национальности? Правильно, ирландец. Замечательный писатель, который писал, конечно, по-английски, почему его иногда и считают английским писателем, но это был настоящий патриот своей страны Ирландии. Вот как-то попалась книга под названием
«Наследие Ирландии». Это большая, красивая книга. И вот на четвертой сторонке этой книги мы видим мысль этого замечательного писателя. Мысль, изложенную вот в этих трех строках на фоне объекта всемирного наследия на самом севере Ирландии, полуострова Ирландии. Многие узнали в этом объекте мостовую гигантов. Так называется это объект всемирного наследия. Здесь мы видим столбчатые отдельности вулканического происхождения. К слову сказать, нечто подобное есть и в других местах света, в том числе и в нашей стране. На одном из Курильских островов, тоже вулканического происхождения, мы видим нечто подобное. В любом случае, я, понимая авторов этой книги, могу предположить, что для них вот этот вот объект всемирного наследия – это эталон эстетической ценности, как, впрочем, и все то, что связано с окружающей средой. Именно это и, по-видимому, позволило шоу в свое время выразить эту мысль, которая здесь зафиксирована. Читаем и, наверное, можем так перевести. Красота Ирландии – это именно то, что сделало нас такими, какие мы есть. Очень важная мысль. Вообще говоря, в более широком смысле, именно природа, природная среда делает всякую нацию, всякий этнос, всякий народ таким, какой он есть. Но вот здесь Шоу подчеркнул, что именно красота. Впрочем, природа – это всегда красота. Главное – уметь увидеть эту красоту. Что еще интересно? Слово «природа», как мы уже отметили, одно из самых фундаментальных среди понятий, окружающих или создающих фон человеческой жизни. Причем, что интересно, и в русском языке, и в английском языке, да и в других языках. И вот здесь не безинтересно обратить внимание на понятийно-терминологическую систему «природа». Сюда мы отнесем такие понятия, производные от этого слова, как природное достояние, природные ценности, а среди природных ценностей географы обычно выделяют три основных категории. Природные условия, температура, влажность, ну и так далее. Природные ресурсы различного рода, в том числе биологические, ну и, наконец, такая ценность, как природное наследие. Все эти три категории не могут быть сведены к чему-то единому, универсальному. Это все различные стороны категории природные ценности. Ну и здесь заодно отметим то, что в конечном счете и дает нам основание говорить о природе как о наследии, в том числе более значимым, чем только природное наследие. Интересно, что вот этот вот ряд слов является однокоренными. Природа, родина, народ. В основе их лежит древний общеславянский корень «род», одно из самых древних слов в русском языке. И в соответствии со смыслом слова «природа» мы понимаем, что это то, что само себя прирождает. Поэтому, глядя иногда на окружающие нас ландшафты,
мы можем понять, что не все, что связано с естественной средой, это собственно природа. Иногда те сочетания естественных элементов окружающего ландшафта, это давно уже не то, что само себя прирождает. Это нечто вроде естественно-антропогенных систем, к числу которых относятся разного рода парки, сады и так далее. Ну вот, после этого, наверное, самое время дать определение понятию «природное наследие». Под природным наследием будем понимать объекты и явления среды естественного происхождения, имеющие особую экологическую, оздоровительную, рекреационную, эстетическую и научную ценность. Вот таково огромное многообразие значимости природного наследия для человека, для людей, для цивилизации. Экологическая ценность, оздоровительная ценность, рекреационная, эстетическая и научная ценность. Сам факт существования наследия – это предпосылка нашего лучшего понимания, что такое собственно природа, каковы ее законы, каково место человека в этом мире, в окружающей среде. Когда мы говорим о природном наследии, зачастую мы имеем дело с такой категорией, как особо охраняемые природные территории. В частности, практически все объекты всемирного наследия, всемирного природного наследия, это особо охраняемые природные территории. И близость этих понятий, она очевидна, понятий особо охраняемой природной территории и природное наследие. Поэтому самое время дать трактовку и этого понятия. Понятие особо охраняемые природные территории. А что вы хотите там посмотреть? Угу. Хорошо. Напоминаю, что у всех есть возможность получить копию любой лекции и сделать это, наверное, несложно. Итак, особо охраняемых природных территориях. В русском языке эта категория состоит из четырех слов. В английском проще. Это protected areas. И в данном случае мы будем понимать их как одно и то же понятие, но на разных языках. Так вот, в нашей отечественной практике под особо охраняемыми природными территориями имеют в виду земные и водные пространства с особо важными экологическими функциями, имеющие законодательно установленный режим охраны. В этом названии заложена некоторая парадоксальность. Когда мы говорим «территории», то мы имеем в виду терру. Терра – это земля по латыни. Но мы знаем, что объектами особой охраны могут быть и водное пространство, акватории, как морские. Вспомнили морские акватории, которые являются объектами особой охраны. Или пресноводные озера, реки или их какие-то части. Например, озеро Байкал, ну и целый ряд других. Итак, в данном случае мы ввели в оборот понятие особо охраняемые природные территории, именно особо охраняемые природные территории, и заодно вспомним, а кто же ввел это понятие в научный и управленческий оборот. Ибо
скажем, выдающиеся русские географы, да и природоохранники прошлого не знали этого понятия, не пользовались этим понятием. Считается, что в отечественную практику это понятие ввели выдающиеся ученые Феликс Робертович Штильмарк и Николай Федорович Реймерс. И это было закреплено в их книге, которая так и называлась «Особо охраняемые природные территории». Книга вышла в 1978 году в издательстве «Мысль». Это классика природоохранной литературы, литературы в области геоэкологии. Она доступна в библиотеке, и те, кто еще не успел с ней познакомиться, настоятельно рекомендую сделать это. В ней вы вряд ли увидите для себя что-то новое, ибо основные положения этой книги давно вошли в учебное пособие и другие фундаментальные источники по соответствующей проблематике. Но все-таки будем помнить, что эта книга – это основа идеологии охраны природного наследия. Поэтому и настоятельно рекомендую с ней ознакомиться. Что интересно, в активную практику управления природопользованием это понятие природное наследие вошло относительно недавно и вошло в нашей стране через систему международных документов. Так уж получилось. И мы можем даже назвать эти документы. В частности, первым таким международным документом, в котором прозвучало понятие «природное наследие», была так называемая Рамсарская конвенция, или полное ее название «Международная конвенция об охране водно-болотных угодий международного значения». Водно-болотное угодие, такое вот длинное название, это то, что по-английски называется, как мы помним, wetlands. Так вот, эта конвенция, принятая в одноименном иранском городе, содержит впервые на международном уровне понятие природное наследие. Там конкретно сказано, что водно-болотное угодие мирового значения является частью всемирного природного наследия. Вот такое определение могло быть, наверное, только в тех условиях, когда понятие природное наследие уже становилось общепринятым. И действительно, всего через год, 16 ноября 1972 года, это понятие используется как основное рабочее понятие Конвенции ЮНЕСКО о всемирном культурном и природном наследии. И именно из этих документов понятие «природное наследие» проникло и в национальное законодательство, в том числе и в наше законодательство, законодательство Советского Союза, а потом и Российской Федерации. Что интересно, и в дальнейшем на мировом уровне представление о природной ценности, как о природном наследии, представлено в целом ряде мировых документов. В частности, в Конвенции о биологическом разнообразии, которая была открыта к подписанию на Всемирном саммите по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году.
наша страна является участником Конвенции о биологическом разнообразии. Биологическое разнообразие в этой конвенции рассматривается как форма проявления природного наследия. Из этой конвенции можно сделать вывод о том, что биологическое разнообразие – это часть природного разнообразия. И в таком же смысле можно говорить и о других видах природного разнообразия, например, геологического разнообразия, гидрологического и так далее. Что интересно, в целом ряде региональных документов природа трактуется как наследие. В числе этих документов, в частности, Декларация Евроэкосети, документ, принятый в Маастрихте, в Нидерландах в 1993 году. Это документы Международного союза охраны природы, и в частности, один из важнейших документов в сфере охраны природного наследия, так называемый Дурбанский аккорд, документ, принятый на Конгрессе по особо охраняемым природным территориям в Южноафриканской республике, в городе Дурбан, отсюда и название этого документа, в 2003 году. Этот список можно продолжить. О других документах мы будем говорить дальше. А сейчас сделаем 5-минутный перерыв. Впервые в международных документах понятие «природное наследие» появляется в Рамсарской конвенции. Рамсарской конвенции мы благодарны за то, что она запустила в международный оборот понятие природное наследие. Вообще говоря, представление о водно-болотных угодьях как о природном наследии – одно из базовых в международной практике управления наследием. Зададимся вопросом, а какие мы знаем водно-болотные угодья мирового значения, ну, в частности, в нашей стране? Представили, да? Представили, ответили. И вот одно из них, там сделано это фото, и здесь на переднем плане индикатор того ландшафта. Цветок мы узнали. Что это цветок? Лотосы, да, совершенно верно. А где в России в естественной среде обитания можно увидеть лотосы? Таких два места. Это Ханка, совершенно верно, Дальний Восток, и Дельта Волги, Астраханский заповедник. Очень интересный тем, что это первый советский заповедник, Астраханский заповедник, создан, как мы помним, в 1919 году. Это поразительно, 19-й год. Кругом тяжелейшая война, и тем не менее советское правительство принимает решение о создании заповедника. И отсюда вывод, что даже тогда проблематика сохранения природы как наследия была в числе приоритетов у власти в нашей стране. Ну вот, здесь привлекаю внимание к большому тому, пожалуй, самая большая книга по охране природы, которую когда-либо видел. Более 1000 страниц на тему «Водоплавающие птицы в мире». Это свидетельство того, насколько мощное в мире существует движение по охране водно-болотных угодий. Водно-болотные угодья у нас на юге страны и на севере страны. Вот это вот фото сделано в устье Пясины, соответственно, это Таймыр, далеко за полярным кругом, о чем свидетельствуют и особенности ландшафта. Здесь мы видим типичный ландшафт, характерный для арктической или полярной пустыни. А вот в этом загоне
За сеткой мы видим птиц, которых собрали для кольцевания. В птицах мы узнаем краснокнижный вид, с которым мы уже встречались в нашем курсе. Это черная казарка. Краснокнижный вид в нашей стране, в Голландии и в целом ряде других стран мира, а также в международной красной книге. Вот здесь, в этом водно-болотном угодье мирового значения, создан и самый крупный по территории природный заповедник России, территории и акватории приблизительно 4,5 миллиона гектар. Это невероятная величина. И объектом охраны здесь являются в том числе и ландшафт, который позволяет воспроизводить мигрирующие виды животных, в частности птиц и в том числе черную казарку. Весь север нашей страны и арктическая ее часть — это территория очень важных водно-болотных угодий, важных для поддержания стабильности экосистем не только в Арктике, но и далеко за ее пределами. Например, в Голландии, в Швеции, вплоть до Африки и других регионов мира. А теперь самое время, наверное, представить себе, а как же трактует понятие природное наследие самый важный в этом отношении документ — Конвенция ЮНЕСКО о всемирном культурном и природном наследии. Мы уже с вами имели дело с этой конвенцией и попытались понять, как трактует понятие культурное наследие эта конвенция, но сейчас время природного наследия. Итак, статья 2 посвящена природному наследию. Статья 1, как вы помните, это культурное наследие. Что интересно, забегая несколько вперед, трактовка культурного и природного наследия по своей структуре сходна. И там, и здесь, в обоих случаях, наследие трактуется в трех формах: как единичные объекты, их группы и как места проявления наследия. Итак, подтвердим сказанное. Под природным наследием в конвенции понимаются природные памятники. Это первая категория природного наследия. Аналогичное понятие понятию культурные памятники или памятники культуры. В данном случае, как трактует конвенция, это памятники, стоящие из физических и биологических образований или групп таких образований, имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения эстетики или науки. Вот эта вот трактовка, выдающаяся универсальная ценность, это и есть главный атрибут феномена природного наследия. Итак, первая категория – природные памятники. Вторая категория – это то, что соответствует понятию ансамбль. Но в конвенции это выражено несколько другими словами, конкретно. Геологические и физиографические образования. Физиографические – это то, что мы называем иногда геоморфологические. Но в конвенции именно так. Итак, геологические и физиографические образования и точно ограниченные зоны, представляющие ареал подвергающихся угрозе видов животных и растений, имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки или консервации. В данном случае это прямой перевод с английского слова conservation,
И чаще всего у нас английское conservation переводит как охрана, охрана природы вот в таком контексте. Ну и, наконец, третья часть статьи 2, которая трактует третью категорию природного наследия, это природные достопримечательные места или строго ограниченные природные зоны, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки, консервации или природной красоты. Ну, вот, по-видимому, чтобы звучало не столь назойливо, то иногда авторы этой конвенции используют понятие то эстетика, то природная красота. Ну и, наверное, это правильно. Итак, три категории того, что в этой конвенции называется природное наследие. В этой конвенции речь идет о всемирном природном наследии. Но, как мы чувствуем, вот эти, прозвучавшие в статье 2 трактовки, можно применять и ко всем другим уровням природного наследия, и национальному, и локальному, и местному, и так далее. Но вот в конвенции ЮНЕСКО все-таки речь идет о всемирном природном наследии. Попробуем представить, о чем именно. Одним из самых эталонных проявлений всемирного природного наследия является первый в человеческой истории национальный парк. Как мы помним, это Йеллоустонский национальный парк, созданный в 1872 году. Вот пара сюжетов, снятых в этом парке. Ну, прежде всего, хотел бы пояснить название. Йеллоустонский. Откуда такое название? Ну, прежде всего, если мы вспомним гидрологические особенности, то мы, наверное, представим себе реку Йеллоустон, которая протекает через территорию этого парка. Разумеется, это не изначальное название, это не индейское название, а у индейцев были свои топонимы по отношению ко всем природным объектам, в том числе и соответствующие гидронимы, название рек. Но вот закрепилось все-таки название, которое дали европейские переселенцы. А почему Йеллоустон? Да вот сама река, вот здесь мы видим, и в этой долине борта. Ну, вот постарался снять наиболее близко к тому, что было в цвете в тот момент, и здесь эта желтизна не так уж очевидна. Но при определенном освещении иногда вот эти вот берега этого ущелья, ущелья реки, они становятся действительно очень желтыми. Отсюда и название. И вот что еще интересно, это, конечно, размеры этого национального парка. Они до сих пор впечатляют. Отметим, что основная часть этого парка занимает огромную территорию штата Вайоминг и частично двух соседних штатов. И территория этого национального парка ограничивает зону функциональной активности того вулкана, который расположен на этой территории. Это, как мы помним, супервулкан, который извергается раз в 600 лет, последствия извержения которого впечатляют не только геологов, но и всех тех, которые узнают
о особенностях проявления этого вулкана. Они имеют последствия для всей планеты. Всей планеты без исключения, в большей или меньшей степени. Всегда интересно, а когда же последний раз извергался этот вулкан? 600 тысяч лет уже прошли, точнее даже вроде бы 630 тысяч лет. На территории национального парка есть замечательный геологический музей, где представлено все, что известно, или почти все, что известно об основных особенностях этого вулкана. И это, может быть, одна из главных забот геологической службы Соединенных Штатов Америки, одной из самых эффективных служб, связанных с изучением природы и попытками человека адаптироваться к природным особенностям. Ну а здесь мы видим проявление поствулканической деятельности в виде гейзеров. Гейзер – старый служака, или по-английски «old faithful», вокруг которого созданы зрительские места. Можно прийти, занять место, отсмотреть, получить удовольствие. Фото сделано несколько лет тому назад и не совсем отражает реальную ландшафтную ситуацию на территории национального парка Йеллоустонского. В частности, большая часть лесных массивов погибла в результате пожара, который был в этой местности, пожара настолько сильного, что практически уничтожил едва ли не основную часть лесов на этой территории. Лес при этом не тушили. Почему не тушили? Потому что это особо охраняемая природная территория, и все естественные процессы должны происходить без отклика на них со стороны человека. Посчитали, что тот пожар был естественный, вызванный проявлением естественных факторов. Пожары это лесные, в том числе, тоже естественный фактор, поэтому тот пожар не тушили. В настоящее время ситуация улучшается, лес восстанавливается, но в целом внешне большая часть территории Йеллоустонского парка производит довольно досадное впечатление. Это к вопросу о эстетических достоинствах этих территорий. В мире не так много гейзеров в таком большом, значительном количестве. И в этом отношении, может быть, Йеллоустонский парк не самый эстетически привлекательный. Уступает совершенно очевидно в этом отношении нашей долине гейзеров, которая является частью заповедника. И это, безусловно, одно из наиболее привлекательных мест на Камчатке. Но вот так получилось с этим национальным парком. Что касается эстетической привлекательности, эталоном ее можно считать в том числе фьорды в Норвегии. И в этой стране есть два фьорда, которые образуют объект всемирного наследия. Один из них – Гейрангер-фьорд. Здесь мы его видим. И вот, что интересно, фото сделано с морского туристского судна. И здесь мы видим совсем рядом другое туристическое судно, опять-таки, с туристами, что свидетельствует о том, что это одно из самых туристически привлекательных мест. Туристов здесь очень много. И это несмотря на то, что это одно из самых дорогих мест для туризма. Тем не менее,
А фьорды Норвегии, именно вот этот вот, в том числе Герангер фьорд, является, как говорят в турбизнесе, destination number one во всем мире. Настолько это привлекательно. Другой очень интересный аспект привлекательности здесь стоит в том, что несмотря на огромное количество туристов, состояние природной среды в районах норвежских фьордов находится на очень высоком уровне, свидетельствуя о возможности совместить сохранение природной среды на должном уровне и ведение туристического бизнеса. Герангер фьорд и другие фьорды в этом отношении – это своего рода эталоны. И еще один объект, в данном случае тоже в Европе. Национальный парк Плитвицкие озера, что в Хорватии. Вот здесь мы видим доску, установленную при входе на территорию этого парка, которая должна всякого посетителя настроить на ответственное отношение к этому природному объекту. Здесь по-хорватски и по-английски написано, что территория парка Плитвицкие озера – это часть всемирного наследия. Ну а вот это вот те особенности природы этой территории, которые и сделали ее объектом наследия. Это, безусловно, очень красиво. Это ценно для хорватов, это интересно и для всех других европейцев и представителей других регионов мира. Вместе с тем, вот эта вот ценность, вот эта востребованность природы как таковой, природы, если не естественной, то относительно мало измененной, обусловливает и, может быть, главный фактор экологического риска для объектов природного наследия в Европе, а может быть и не только в Европе. Это все то, что связано с массовым туризмом. Фото сделано там же, в национальном парке Плитвицкие озера. Типичный день в типичном месте. Здесь мы видим, что тропы для туристов – это всегда оборудованные места, те, которые минимизируют воздействие человека на окружающую среду. Но когда на этих тропах такое количество людей, то возникают и негативные последствия для общения человека с окружающей средой. Мне доводилось в том числе поговорить и с посетителями этого национального парка. И вот такое впечатление складывается, что практически все или большая часть счастливы оказаться в этом месте, но у них оставляет чувство досады то, что они оказались не на едине с природой, а вот в этой толпе, которая от начала до конца преследует всякого посетителя. Я уж не говорю о том, что здесь возникают какие-то коллизии, связанные с загрязнением среды. Ну вот это вот подросток потерял что-то от своего фотоаппарата, пытается достать, вряд ли у него получится. Может быть, это не самое токсичное загрязнение, но таких вещей много. И это массовое явление в мировом туризме. При этом вот какая вещь. Для западного туриста статус того или иного объекта наследия – это указатель на степень привлекательности. В частности, для практически каждого американца статус национального парка – это указание на то, что здесь обязательно надо побывать. Американцы путешествуют по своей стране по своим национальным паркам. Национальный парк
для американца это приоритет номер один при выборе маршрутов для своего отпускного периода. Ну а теперь немного о природном наследии в нашей стране. Как мы уже отметили, само выражение, понятие «природное наследие» — это относительно новое понятие для отечественной лексики. В лексике «природное наследие» — это нечто новое. Но а сущность этого явления отнюдь не нова для нашей страны. То, что мы сейчас именуем «природное наследие», называлось по-иному, но сущность была приблизительно такой же. Попробуем представить себе, в каких формах феномен природного наследия был характерен для предшествующих эпох. Ну, в частности, здесь мы могли бы назвать некоторые сакральные объекты, в частности, в истории нашей страны такими были некоторые водные объекты, ну, например, родники. Не случайно мы видим здесь близость понятия слова «родник» с родом, природой и другими словами. Интересно, что зачастую всякий родник в тех или иных обжитых местах имел свое собственное имя. Это был предмет заботы местного населения, заботы и ответственности. Так же, как и многие валуны, которые сопутствуют тем или иным местностям. Валун большого размера, особых форм, это зачастую особый элемент в ландшафте на территории нашей страны, да и запредельных. Ну вот, например, существует, можно сказать, культ этих валунов в такой стране, как Литва. Краеведы утверждают, что всякий крупный валун на территории этой страны имеет свое собственное имя. Такую же сакральную ценность имеют и лесные объекты, некоторые тотемные животные. Ну, у нас в стране, или во всяком случае в ее центральной части, среди таковых это прежде всего медведь. Практически любая местность имеет те или иные сакральные объекты. Некоторые из них стали частью фольклора, не только местного, но, может быть, и регионального, а может быть, иногда и шире значения. Ну, например, не только в Ярославской области, не только в Переяславле известен знаменитый синь камень, который лежит на берегу Плещеева озера. С ним связано большое количество легенд, мифов. Ну, в частности, туристам, которые посещают национальный парк Плещеева озера, показывают синь камень и рассказывают о том, что, в частности, его несколько раз в христианскую эпоху пытались утопить в Плещеевом озере как нечто, связанное с язычеством местного населения. Но всякий раз после этой процедуры он вновь оказывался на том же самом прежнем месте. И таких легенд достаточно много, практически по отношению к каждому сакральному природному объекту. Природное наследие представлено и в разного рода былинах, сказаниях, мифах, преданиях, в различных формах фольклора, в частности, народных песнях и так далее. И, в частности, в русском фольклоре природа зачастую – это абсолютное
ценность, это эталон ценности. Это же мы видим и в народных промыслах, которые сохранились до настоящего времени. В последней самостоятельной работе студенты часто упоминают Палех, Жостова, Городецкую роспись и целый ряд других проявлений народных промыслов, где предметом демонстрации, предметом изображения зачастую являются именно природные объекты. Вот какова укорененность природы в русском национальном сознании, в сознании всех народов, которые проживают на территории нашей страны и не только, разумеется, нашей страны. С понятием «природное наследие» зачастую связаны некоторые очень важные понятия, глубинные понятия русского языка. Ну, в частности, слово «заповедник» – место, где заповедано, запрещены те или иные виды хозяйственной деятельности. Ну, например, охота, рубка леса, рыбная ловля, сенокосы, ну и так далее. И слово это, как мы понимаем, древнее, настоящее русское слово. Что интересно, именно этим словом стали обозначать в отечественной практике управления природопользования высшую категорию охранности природных ландшафтов. И, может быть, благодаря этому слово «заповедник» стало трактоваться в мировой природоохранной практике как универсальное понятие, означающее абсолютную охранность, абсолютную ценность природы. И оно понятно без перевода специалистам во многих странах мира. Тоже можно сказать и о заказниках. Заказник – это тоже русское слово и имеет приблизительно тот же смысл, хотя и жесткость ограничений на территориях распространения заказного режима несколько меньше, не абсолютная, как в случае с заповедниками. Такую идеологию в конечном счете и отражает отечественное законодательство. Интересно, что на протяжении столетий отечественная практика отношения к природе пользовалась понятиями заказник, заповедник, но это было обычное право, когда те или иные понятия существовали в системе общественных отношений, не будучи официально закрепленными в законодательстве. И так было на протяжении длительного времени, до тех пор, пока не появился первый в нашей стране закон об охране природы. Закон 1960 года. И в этом законе впервые использовались как официальные понятия такие категории, как заказник и заповедник. Что интересно, Россия, или сокращенно в аббревиатуре РСФСР, была частью Советского Союза. И обычная практика в нашей стране стояла в том, что принимался один общесоюзный закон, который в некоторых случаях в дальнейшем проявлялся в виде специальных законов для отдельных
союзных республик. Но исключением стали законы об охране природы. Не было единого закона Советского Союза об охране природы. И такие законы стали появляться по отдельным союзным республикам. И что интересно, Россия была не первой союзной республикой, где был принят соответствующий закон. Обогнали его, в частности, некоторые республики Прибалтики и некоторые другие. Такие законы стали приниматься с конца 50-х годов. Возникает вопрос, почему? Почему так случилось, что не было единого общесоюзного закона? Всякий географ скажет, ну, наверное, невозможно представить себе эффективный закон для всей страны, ибо объектом ответственности, объектом регулирования правовых отношений в этом случае была природа, столь различная на территории всего Советского Союза. А этот закон был выполнен в законе понимания особенностей природы, объекта управления, объекта законодательного регулирования, понимания того, что не может быть универсального закона для территории и тундры, и скажем, пустынь, юга Советского Союза, в данном случае Средней Азии, может быть, Закавказья. Ну вот, это был первый закон, когда речь шла об охране природы в целом. В отличие от некоторых нормативно-правовых актов, которые принимались в Советском Союзе и задолго до 1960 года. Что интересно, этот закон действовал на протяжении 30 лет и сменил его закон об охране окружающей природной среды, принятый на рубеже эпох советской и постсоветской эпохи. Он был принят парламентом страны в 1991 году, а вошел в действие в 1992 году. Он просуществовал недолго, как мы знаем. Его сменил закон об охране окружающей среды, действующий и поныне, закон, принятый в 2002 году. Обращает на себя внимание, хотел бы привлечь. Закон 60-го года назывался об охране природы. Потом это был закон об охране окружающей природной среды. Ну а сейчас, как мы видим, слово «природа» исчезло из основного закона, регулирующего правоотношения в сфере взаимодействия человека и природы. Случайно это или нет? Ну, наверное, об этом надо думать, но, как говорят философы, всякое случайное, непознанное, закономерное. Ну, а мы, наверное, все-таки знаем. Среди тех документов, которые имеют отношение к природному наследию, хотел бы еще сказать и особо выделить закон 1995 года об особо охраняемых природных территориях. Это прогрессивный для своего времени очень важный, ценный закон, который ввел в практику всю систему особо охраняемых природных территорий. Если в законе 60-го года законодатель апеллирует к трем категориям особо охраняемых природных территорий, мы уже говорили, заповедник, заказник и памятники природы, то здесь, в законе 95-го года, речь идет о семи категориях особо охраняемых природных территорий. И этот закон предполагает возможность других особо охраняемых природных территорий, которые могут создаваться в соответствии с законодательством отдельных субъектов федерации. В России
на сегодняшний день 85 субъектов федерации, и каждый из этих субъектов может иметь свое собственное законодательство о охране природного наследия, чем и пользуются многие субъекты федерации. Хотя не всегда используют понятие природное наследие. Ну, например, в законе Москвы, как субъекте федерации, о территориях зеленого природного комплекса речь идет в сущности об объектах природного наследия, но называются они несколько по-иному, как и в ряде других субъектов федерации. Этот закон, так же как и другие природоохранные законы, совершенствуется и изменяется. И в настоящее время в этом законе уже речь идет не о 7 категориях особо охраняемых природных территорий, а о 6. Что исчезло? Исчезла последняя, 7-я категория, которая называлась курортные местности. Действительно, это не совсем то, что является природным наследием в том смысле, в каком все предшествующие 6 категорий. Происходят и другие изменения. Есть вопрос, а все ли эти изменения в лучшую сторону? На этот вопрос нет однозначного ответа. И необходимость следовать этому критерию изменения в лучшую сторону – это очень важный критерий, введенный в практику, как мы знаем, это тоже наше наследие, наше культурное наследие, в практику греческого законодательства выдающимся деятелям древней Греции Солоном. В соответствии с его представлением, изменения могут быть только в лучшую сторону. Не всегда такое мы видим в нашей истории. Но вот что интересно, там, где в законодательной практике принимают участие профессионалы, представители наук о природе, в том числе географы, зачастую законодательный уровень соответствующих документов соответствует самым высоким критериям. В связи с этим обратим внимание еще раз на закон 60-го года. Его основными авторами были два выдающихся отечественных географа, которые с удовольствием хотелось бы вспомнить. И, наверное, всегда, когда мы говорим об этом важнейшем законе в истории природоохранной деятельности в нашей стране, мы как минимум должны вспоминать этих людей. Это Юрий Константинович Ефремов и Давид Львович Арманд. Когда мы знакомимся с текстом этого закона, мы чувствуем вот этот вот высокий академический уровень этого закона, несмотря на то, что это, вообще-то говоря, правовой документ. Говорю об этом в связи с тем, что выпускники геофака и нашей кафедры, в частности, должны быть готовы участвовать в деятельности по совершенствованию правовых основ управления природопользованием. Вот говоря о лучших новеллах в природоохранном законодательстве, можно было бы в том числе закона об охране природы 60-го года обращу внимание, что среди объектов охраны в рамках в целом природоохранной деятельности закон выделяет такие приоритеты. И таким приоритетом на протяжении всей истории нашей страны, наверное, является земля.
как, впрочем, и в целом ряде других стран мира. Ну, например, в англоязычной практике принято говорить о таком понятии, как land use, использование земли. И это понятие очень близкое к понятию природа пользования. Землепользование близкое к понятию природа пользования. В связи с этим можно, наверное, говорить о том, что и отечественная правоприменительная практика, и современное законодательство выделяют понятие «земля» в категорию особой ценности. Хотя это довольно сложно объективно сделать, поскольку «земля», слово «земля» имеет множество значений. Здесь они перечислены. Это и почва, это и обозначение нашей планеты, это наша страна, родина, народ, природа. Когда у нас заканчивается? 45, да? И это мы видим и в нашей отечественной русской классике. Вот здесь несколько важнейших таких произведений, в которых и отражается приоритетная ценность земли. В дальнейшем мы попробуем внимательно остановиться на российских объектах всемирного наследия, первый из которых существует с 1995 года, ну а последний ландшафт Даурии был создан в 2017 году. Среди них объекты, которые мы видим на этих снимках, здесь мы видим объекты природного наследия России, которые стали частью серии о природном наследии, но вместе с тем есть объекты, которые еще не получили такого статуса. Ну, например, символ национальной природы – река Волга. Как наследие до сих пор она существует только в отечественной культуре и, к сожалению, не более. В заключение мысль, которая соединяет природу как естественную среду человеческого общества и человеческую культуру, которая принадлежит одному из самых выдающихся писателей природы, защитников природы, Михаилу Михайловичу Прищевину, мысль, которая стала символом природоохранного движения нашей страны. У птицы для жизни есть воздух, у рыбы вода, а у человека родина. Охранять природу значит охранять свою родину. На этой замечательной мысли Михаила Михайловича Прищевина мы оканчиваем сегодняшнюю тему.